Ну что же, это у нас не простая, не быстрая, но все-таки это финишная прямая. Попытаемся пройти как можно дальше сегодня. Но, как бы, волноваться за то, что стрим без прогресса явно тут не стоит, потому что первый сейф я уж точно пройду. Но хотелось бы, конечно, пройти еще и второй сейф хотя бы. Думаю, что это вполне реально. Насчет третьего уже, конечно. Я не помню третий сейф, если честно. Пятый сейф это который с Плейном, а третий тогда это который... Кто? Блин, почти. Нереально не могу вспомнить про этот сейф, ну ладно. Какой-то, короче, есть сейф там. Всё. Первый взгляд. Один из восьми. Неудобно, у меня все-таки рука лежит. Уже сложненько, конечно, пошло. Там вроде бы можно особо не торопиться, вот когда в студию отпрыгиваешь. Потому что если там то место проходишь, то дальше уже... Нет пешки. Так что до тех пор, пока хватает времени, чтобы эту диагональ пройти, то можно подготавливаться к прыжку, сколько нужно. Ну что, 12 часов осталось до заветной цифры, так сказать. До предела, который многие не хотели бы, чтобы я преодолел. Привет, Гоги.
Ну, будем честны, 12 часов, довольно маленький срок до конца игры отсюда. Я, если честно, ну, мне на самом деле сложно оценить, как быстро я смогу пройти финального босса. А вдруг я вот за час пройду? Ну, в принципе, я ведь, как бы, почти все знаю. Ну, там надо, типа, паттерны на первой фазе вспомнить. Ну, ну, хорошо, типа, за 2 часа, там, ну, в теории, да, можно пройти. Но именно в теории. Но проблема в том, что он сложный, и я не знаю, как пойдет. Можно и, типа, все-таки реально и часов 5 просидеть. И даже больше. Я же ничего не тренил. И вообще этого босса я проходил только один раз. Вот в этом прохождении и все. Ну, Катризи. Ты дранил. Не попадаю в эту диагональ. Боги, как ты в эту диагональ попадаешь? Ты же знаешь, траты на все низлые, правильно? Силы воли? Ну, у меня недостаточно, видимо. Надо там дальше, да, подходить. Ой, тут же в конце говно прыжок. Самый последний. Водичка-то ускоряется. Ну, потому что на скорость прикольно, потому что задает эпик момент. Нет, по-моему, тут все правильно сделали. Ну, неправильно только то, что тут местами раковость в самих прыжках. Нет, на Биг Киде это не так же. Ну, чуть-чуть есть, как бы, такое, но совершенно не так. Проблема же не в задумке. Проблема в том, что прыжки нестабильные. Привет, Вячеслав. Таков шанс? Ну, 100%. Как тут? Ну, первый сейф прошел. Привет, Лайзич. Ну, как минимум, на 6-м или на 8-м сейве, как бы, жопа в космосе будет. Но, возможно, и на других тоже. Да, Сайбер. Так, просто поприветствовать заглянул. Но, как бы, ты не волнуйся, Боги, у меня сейчас тоже жопа будет в космосе. Особенно на 8-м.
Ну, возможно, и на других тоже. Есть, фух, хорошо. Да, быстрее, чем в первый раз прошел. Я не помню, сколько я первый раз проходил. Блин, прикол, второй экран M-Stage уже. Как? А, вот что за сейв. Ой, здесь очень плохой корнер в конце. Нет, 12 часов, так. До титров осталось. Ну, вернее, как бы в мечтаниях там зрителей. Ну как там Гадот? Что-нибудь уже понял для себя? Я забыл, какой нужно лайн брать для корнера, если честно. Типа вот этот, и я его не теряю, если я вот этот возьму. Но если я вот этот не буду тереться, то я не теряю. Я не уверен, какой спидранер берут, если честно. А, ну я да, потому что я в полной экране. Ну, короче, вот этот. Нравится? Ну ладно. Нижний, в смысле, прямо перед корнером? Ну блин, там времени не будет. Но этот сейф, по идее, я должен туда сегодня тоже взять, я думаю. Он вроде, ну, здесь проблема только в корнере. Корнер супер раковый, прям супер раковый. Но, ну, как бы, если нарандомиться, то все. Благо, это последнее, что нужно на сейве сделать. Я лайн потерял. Ну тут нет других, а привет, Ник. А, ну, но он не страшнее, потому что он не Frame Perfect, и он, это просто полуалмаз, считаю, что. Как бы, ну... Он не простой, но он не раковый. А вот корнер, он очень раковый. Не особо. Может и меньше, но я не думаю, что это существенно. Тебе как бы в полуалмазе не обязательно прям очень глубоко в ямку падать как-то.
Блин, жесть, времени вообще нету. Я помню, что я на первом прохождении с плохим онлайном прошел кордер. Мне просто повезло, жесть. Тупо повезло. Я не успевал, я просто на шару прыгнул и влетел. Ну, сошел и все. Возможно, мне и сейчас так стоит сделать. Потому что, ну, лол, что-то тут времени очень мало. Как известно, корнер проходим с любым онлайном. Даже самым плохим. Любой корнер. Вообще нет времени, вы видели? Я бы уже приземлился на эту жидкость, по-моему. Если бы я сейчас даже не умер, по-моему, я бы не стал даже на блок, даже на кадр. Или мне кажется. По-моему, я бы нифига не стал. Прям супер впритык, ну жесть. Так что, Гоги, ты видишь, что здесь происходит? То есть это не просто мидл на скорость, это вообще максимально без остановки. Вот конкретно этот сейф, просто максимально без остановок надо. Вообще, то есть, как таз. Ну, то есть, как бы, ну, со временем, как бы, затренит руки, да? Благо, он хотя бы, в принципе, короткий, то есть, но вот прям надо вот до идеала, считаю, его делать. По-моему, вот этот первый прыжок, да? Можно без остановки, в принципе, делать. Целых несколько кадров экономия, очень важно. Зато бесит просто жесть так делать. Ну вот я вроде успевал, но, блин. А в М-стейже вроде бы никаких не было изменений. 1.50. По-моему, не было. Но ради кристаллов, как бы, вроде бы никак не менялось окружение в прыжке. Но я не уверен, может там наверху что-то расчистили.
Ну, по-моему, там эти бестабли доступны даже в 1.30. Ну, табличку, да, поменяли. Ну, когда я говорю в 1.50, я имею в виду в целом после 1.30. Как бы я никогда не беру в расчет, ну, кроме когда я специально об этом говорю, что там 1.46, там 47, 48 и так далее. Говорю 1.50, имею в виду, что не 1.30. Основные как бы две есть версии, да? Первая релизная версия — это 1.30, не считая бетки. И вторая релизная версия — это 1.50. Все остальное — это бетки. Да, это очень странная игра, у которой версии 1.0 никогда не было в релизе. Я уже не помню, кстати, что было на старой табличке. А, да, по-моему, руки в сторону были у Камилии, кажется, да? Я, кстати, что-то туплю, я онлайн-то беру. Мне не нужно там тереться, понял. Вот эти маленькие выступы, это же тот же самый онлайн, по которому я забираюсь наверх. Так что я там могу, не теряя времени, его брать. Вернее, я его всегда беру. Вот, да. А, ну только вот терять тут не надо. На самом деле я могу и в плюс по сегменту идти. Наверняка я именно на этом сейве я уже в плюс по сегменту пошел. Но просто на него нет отдельного скрита. Но по-моему я этот сейв вообще быстро прошел. Я же иду, что я на рандоме в корнер. По-моему, это прям быстро было. Но следующий сейв — это где нужно туда-сюда бегать. На нем я наверняка часа два посидел. Поэтому... пока что еще не будет по факту красного таймера. Но не исключено, что будет, когда дойду до четвертого сейва. Блин, я онлайн потерял и сразу убился. Ну, сегодня уже как бы я не могу жаловаться на прогресс. Конечно, будет немного тупо, если я за первые, сколько там, 15 минут стрима прошел два сейва, а потом еще за полтора часа я не пройду ничего, да. Но это M-Stage, поэтому жаловаться бессмысленно. Нет, шестой сейв — это F-прыжок.
быстрее, но это же вообще не, ну, нестабильно будет. Ну, совпадение, вернее, случайность. Падение. Здрасте, стабильность врата, ты не мог раньше сказать? Ну лол. Он умер. Ну, кстати, если полным прыжком именно прыгать, то тогда это не будет быстрее. Слишком долго падение длится. Как-то должно не полным. Следовательно, нестабильно. Но оно нестабильно, но не настолько нестабильно, как я думал. Ну, где как бы тут надо пожертвовать стабильностью. Потому что здесь время слишком впритык. Как бы уже нет такой роскоши, как обеспечение стабильности. Братки плей. Как же сложно. У меня руки путаются, просто охренеть. Прям я запутываюсь в управлении. Ну, это все-таки финальный уровень с этой камелией. Это чувствуется. Реально очень сложно.
как же сложно контролировать. Я просто не могу влево отпустить или как-то по таймингу. У меня просто сковываются движения из-за какие-то спешки. Я как бы прям вообще не могу тайминги какие-то все контролировать. Вот просто вот как деревянное движение становится после гейта. Блин, жесть. Надо это как-то преодолеть. Не знаю как. Ладно, мне времени вроде хватает. Нормально прям. Не понял о чем ты, ну ладно. А, это? Ну это я знаю, да. К тому же это как бы ничего не даст, я же диагональ-то я могу попасть. Проблема там, да? Это... Все, что мне это даст, это очень высокую вертикальную скорость. Рандомилось, фух. Есть. Опять корнер с первой попытки, лол. Вот этот сейф уже реально сложный. Если его не пройдут этот стрим, в этом не будет ничего удивительного. Хорошая попытка. Но с другой стороны, если я с таким темпом буду проходить эндстейдж, то я боюсь, что мне хватит времени до 50 часов. Я прошел 3 сейва из 8. То есть, в принципе... Если на финального босса, допустим, мы оставляем 5 часов, да?
что мне... У меня 6,5 часов есть на 5 сейвов. То есть я больше, чем по часу могу на каждом сейве сидеть. На 7-м сейве я не буду сидеть час. Так что... У меня по 1,5 часа там где-то, можно сказать, на каждый сейв есть. Но среди этих сейвов есть 8-й сейв. Так что не все так радужно. То без скипа, ну а я что, спидранер, что ли? Ну вдруг я буду делать скип. Ну, как бы как, не особо сложно. Все равно надо тренить. Нужно в нидл, хорошо играть. Просто люди, которые проходили К3 изи, они пытались этот скип делать, и мне это не нравилось, потому что он за него фарм шел, и как бы, ну, зачем, как бы сейф слишком сложный становился, но при этом по длинному пути люди все равно не хотели идти, потому что времени в конце мало тогда. То есть, как бы, людям было в приоритете пофармить начало этим скипом, но иметь больше времени в запасе. И я считаю, что это разрушало, как бы, смысл, что это изи-мод. Почти победная, блин, сейчас бы попал в диагональ, все, победная была бы. Ну, конечно, можно умереть в конце, но я бы успел, Блин, можно пройти этот сейф, а чё? Нормальный, можно пройти. Я, конечно, там корнер на шару прохожу наверху, но вроде же пока получается. Либо я без подпрыжка корнер прохожу, это стрёмно, но... Но это надо, и диагональ тоже. Вот этот, да. Жаль. Рил и корнер диагональ пройдены. Ну, спидранить игру-то изначально никто не запрещает. Я просто не хочу. Нет такого плана. Ну блин. Опять попыл попытку. Я 40 минут на эндстейдже, я уже на 4-м сейве. Ну это жестко, конечно. Я не ожидал. Я, конечно, ожидал, что я, скорее всего, может быть, побыстрее пойду, чем в первый раз. Но не настолько. Может быть, я даже не уйду в красный сегмент. Потерял там время немножко. Блин, тупая смерть, жесть. Ладно.
Когда-нибудь надо было так умереть. Потому что на самом деле это довольно стрёмный тайминг. Я удивлен, что у меня стабильно был. Ну, там вроде окно не такое уж и тонкое, но это непривычное действие, так скажем. Цвет фантазм. Спасибо. Я там видел, ББФ проходит тоже третью камилию с таймером. Это он типа реально вдохновился. У меня увидел или что, или просто совпало. Может, он спидранить собирается? Но он уже как-то там до Бафраша бегал вроде. И до Камилии доходил несколько раз. Один раз прошел. Блин, здравствуйте. Неаккуратная смерть. Ну, я на бегу пытаюсь в диагональ попасть. Это чревато. Если со скипом играть, то можно в этот корнер и в диагональ с подпрыжком проходить. Но будет фарм на скипе большой. То есть в итоге как бы еще не решено, по итогу сейф как быстрее пройдется. Блин, ну теперь я так начал умирать. Но по крайней мере, когда ты проходишь понизу, то ты точно знаешь, что у тебя как бы нормальный путь, который задумывался разработчиком, а значит он может быть стабильный. А тут ты как бы что-то пытаешься делать, сломанное и непонятное. Как-то получается, как бы.
Не, ну, у спидранеров-то все хорошо получается, но на то они и спидранеры. Ретро, да. Ну да. Я как раз только что про это говорил. Нестабильно что-то стал тут корнер получается. Есть! Отлично! Ух! Офигеть! Блин, Джесси, я даже что-то адреналинчик и так схватил. Сколько я отыграл? Кстати, я отыграл всего лишь 20 минут. Как я и говорил, что у меня был очень быстрый первый сейф прошлого экрана. Блин, а тут говно в конце. Ну конечно, что-то MPH просто пушка. 48 минут прошло. Я уже на последнем вертикальном экране. Половину эмстейджа, кстати, прошел. Какие-то тут траты были, я не помню, просто вообще не помню. Даже до такой степени там типа алайны, ничего не помню. Ну только помню, что в гейт полным прыжком, но это очевидно как бы. Но хотя я и то я не полным делаю. Ну что-то, конечно, я жесть доволен прогрессом. Ну как, что-то. Понятно, почему. А, тут была, я вспомнил, на вот этот корнер тут была какая-то алайн нужен. То есть вот, на вот этот. Вот этот надо брать. Да, вот это. В смысле? Ну вот нужен вот этот. А какой вот этот что ли надо донести? Может и конечно этот, но я его могу не взять случайно.
Не факт. Ну, блин, теперь надо специально думать об этом. Ну, то есть, опять-таки, вот этот, в смысле, вот этот. Но у меня другого нету перед падением, ну, в смысле, он только плохой есть. Вот этот, но он же плохой. Сложно. Почему так сложно это сделать? Из-за лайна, что ли? То, что я не беру его. Не попал. В этом цепи, кстати, нет успешки особо. Вот эту диагональ, когда вот эту проходишь, после нее, в принципе, можно медленно идти вообще. Разумеется. Но там еще есть последний прыжок, на котором я никогда не умирал. А на плейне? Я не помню, умирал ли я на плейне. Наверное, все-таки да. Ну, я имею в виду в первом прохождении. Но на последнем прыжке вроде не умирал. Так что есть шанс, что
Буду наказан. Ну, блин. Блин, и ведь это я еще не тренил. Представляете, если бы я потренил бы эти прыжки. Ну, там, последние на сейвы. В принципе... Похоже, что для меня эти сейвы не такие уж и сложные. Уже. Но впереди шестой, а потом восьмой сейв. Это вот настоящий сейв эндстейджа. Так что самое страшное еще впереди. Ну да, ну так я же не тренил, вижу. Да, не знаю точку. А потренил бы, то знал бы. Да, так, уже поздно, я уже прохожу. Таймер тикает. Кто не старается, наоборот, я стараюсь уложиться в 150. Все так хотят, чтобы я уложился в 150. Это тупая смерть. Откуда там я потолок вообще нашел? Что? Ни хрена я, главное, за 40 минут дошел до пятого сейва, не стараюсь. Вообще жесть. Для сейва, но я даже в первый раз не проходил в 25 часов. Вряд ли. Я не думаю. Ну, не знаю, ладно. Ну, вряд ли. А где я там шип нашел? Почему я не смог прилететь?
Не, ты точно не будешь 50 часов проходить. Эмскейвич. Ты игру, да. Так ты сколько уже фангейма играешь? Ты уже вышел из разряда новичков. Ну так это 550 часов когда было. Ты знаешь, если ты будешь 10 лет играть в фангеймы, у тебя все еще будет 550 часов к 3 изи первое прохождение. Как бы это уже странно сейчас говорить. Нет, тебе сейчас будет неприятно проходить К3. Это точно. Не стоит. Еще рано. Именно если бы ты хотел как испытание, да, себе устроить, то в принципе ты мог бы попробовать. Но оно, ну как бы, ну тебе будет неприятно, да, ты действительно будешь именно фармить. То есть пока что как бы не настолько. Просто я как бы. 50 часов МСТВИЧ все равно не будет, я думаю. Это слишком много. Но там 30, наверное, может быть. А это тоже неприятно. Просто как бы да, если ты хочешь комфортно сложенную игру, ну комфортную, скажем, да, по времени прохождения одного сегмента, не слишком высокое время, то еще рано третью фамилию, конечно, тебе. Вот второй культуры, но ты почему-то его ненавидишь. Два ремейк? Возможно. Возможно, уже нормально будет. Низко. Наверное, да, за два ремейк будет сложный, но посильный игрой. Нет, не ремейк, это игра, предназначенная для наказаний. А за что Вячеславу наказывать пока что? Я недавно вспоминал за два, что там Родогой проходит по приколу. Он как бы вроде он говорит, что он знает, как бы на что идет. Ну, клап ему в руки. Но вот я вспоминал так, в подробностях относительно, что было в за два. О, жесть, как же это реально плохо было. Просто вот. Наверное, реально хуже нет фангейма. Капел лучше.
Знаешь почему? Потому что ты его запускаешь, проходишь один экран, который не такой уж сложный, да? А на втором экране уже все там невозможно, и как бы практически ты просто дропаешь и забываешь. А за два оно не настолько сложно, чтобы ты немедленно дропнул из-за сложности. И в итоге оно вот как бы тебя тянет, тянет, и но при этом негатив скапливается, и седые волосы начинают вырастать. И вот это все, короче. Нет, всегда это было написано. Блин. В смысле там... А, это написано ремейк? А, да, ну это кто-то очень давно поменял, видимо. Да, там написано было за два бусрадж из Amazing. И это было написано, потому что когда там доходишь до Boss Rush, то вот по сравнению с тем, что там идет до Boss Rush, Boss Rush действительно как будто отдушина. Как будто бы что-то типа нормальной игры началось. К сожалению, это не до конца игры чувство сохранится. Нет, нет. Это даже не хорошая попытка, ты даже. Я, к сожалению, помню, что там основное, так сказать. Да блин, теперь слишком высоко, ну что за говнопрыжок? Нет, на пару стримов ты прикалываешься, нет. Я же перепроходил за два второй раз, у меня заняло 40 часов. И это причем с ЖКС, конечно же. Конечно же с ЖКС. Без ЖКС я до сих пор не пройду. Нидл. Блин, Unlock Trials. Жесть, просто жесть. Как это существует? Блин, спам на этом... На Хейдисе местном, не помню как называется. Спам 16 пикселей, жесть. Эл Нидл на третьем уровне. Ну ладно, он еще там не такой вот прям. Просто он странный, он не настолько прям сложный. Таст дроп в основном пути. Кому-то, конечно, нравится таст дроп, но я не фанат. Давай ты перепройдешь в 2, а я посмотрю. Ну я тоже в 3 играю.
Ну, иногда. Ну, в смысле, у тебя... Я не буду за два перепроходить. За два ремейка могу перепройти. Может быть, даже за присест. Z2 это худшая пытка. Блин, лучше... Я даже Z3 лучше перепройду. Хотя тоже я не хочу этого делать. Но уж если выбирать вот полно, да. Ну, это не обязательное условие, блядь, и так формально-то. К тому же я тогда пройти за 3 могу в любой момент. Просто у меня есть бэкап сейва, где в портальной комнате. Соответственно, я захожу в Ботраж, ну, вы знаете эту схему. На НЛО дохожу до Годмода и добиваю игру. И это будет, типа, как бы, без читов прохождения. Ну, в смысле, без внешних читов. Просто с багулечкой. Так что, я, в принципе, галочку на фруктике можно ставить. Что это вообще было сейчас, я не понял. Я сошел или что? Нет, я наоборот долго сидел на третьем сейве. Так там другой плейн, он направо там смотрит. Вообще, наверное, мне лучше не пройти этот сейв сегодня. Потому что... Хотя, ладно, уже пофиг. У меня уже был стрим без прогресса. Но просто, если я следующий стрим начну с 6-го сейва, то есть шанс, что я 6-й сейв за стрим то не пройду. А если я начну с 5-го, то хотя бы 5-й сейв я пройду за этот стрим. Рядчик такой. Меня тоже. Давно не было тут.
если на эмстейже. Не знаю, к чему я это сказал. Ну блин, как можно было не долететь? Это где-то видел. В смысле, Камилия же не указывала. Редми. Не, типа по факту я в 1.50 именно версии. Я там немножко помогал с парой вещей, там ландры босса на первой атаке сделал, чтобы она не улетала вверх-вниз. Ну, как бы помог Камиле этот код написать. Еще защиту предоставил, как и компила. Это где написано? А, да, это Easy Mod. Крет негативчик. Да, Easy Mod это моё. Потому что это за... Что это за текст? Откуда он взялся? На каком-то сайте выложено? Я, кстати, подумывал Данганронпу в Б3 запустить, когда скучно было. Но, наверное, это слишком кринж. Я даже не удалял компа до сих пор ее. Хотя у меня уже и комп новый, но стимовские файлы переехали. Вернее, да, просто русский диск переехал. Привет, Серега. А, я вначале даже не понял, о чем ты. Не, подожди, в Easy Mode ничего не потребуется, правильно? Именно через Э, это да, это реально, по-моему, торрента. Я не знаю, кстати, почему так, откуда это пошло. Кто не умеет писать слово таблетка? Ты думаешь, аж с тех пор это на рутрейкере? Но, в принципе, torrent.ru трекер-то он еще с нулевых вроде существовал, да?
Наверное, действительно он застал еще. Кто не знает из новых, Рутрекер раньше назывался torrents.ru. Потом забанили домен. Ну, их тогда первый раз забанили. Геймтрекер? Зачем? А вдруг нормальный люди, человек зайдет какой-нибудь с улицы, скачает, и как бы для него это все равно будет сложно. Будет меня нехорошими словами называть. Там еще рейтинг был раньше, закачек. У меня был огромный рейтинг. Так никогда. Ты в курсе, что у него нереалистичные испытания? То есть я думал, он заспидранит самые легкие категории в каждой игре, а он решил заспидранить все категории всех игр. Ну, всех подгеймов. Ну, то есть, это как бы заведомо невыполнимо. Мне кажется, если честно, что это глупая затея. То есть, лучше бы ты разбил на маленькие, например, заспидранить все игры со спидранкома, ну, фангеймы, до 80 сложности, например, да? Если бы ты это выполнил, причем только минимальные категории, да, допустим, то ты бы мог уже сказать, что, о, круто, я выполнил испытание. Могу взять новое испытание, там, добавить им, там, ну, еще все фангеймы там до 90 сложности. Или добавить категории там 100%. Ну, что-нибудь в таком духе, да? Попробовать его уже выполнить. То есть, есть же приятное чувство, когда ты выполнил испытание, да? А ты себя его лишаешь навсегда. Потому что ты никогда не выполнишь это испытание. Нет, ну суть в том, что именно ты никогда не выполнишь. А если бы ты разбил на более маленькие части, то ты мог бы выполнять их. И получать удовольствие от того, что ты как бы закрыл испытание. В принципе, я думаю, тебе еще не поздно это сделать. А, ну то есть, в принципе, ты нечто такое сделал, просто ты не стал так как бы формально разделять, ну зря. Почему не работает? Ну, мод есть, он работает, ну, раньше работал. Может быть, сервера уже выключили?
Не, а там из-за опускации он работать, патчи не будет работать. Есть готовая сборка уже к при скалопом, которую вручную сделали. Она должна работать. И зимот, кстати, тоже есть. Но его не я делал, типа. Ну, именно хаос-мод. Есть! Родина! Ух, шестой сейф! Ну, погнали, чё. Я встрял. Что это такое? 6000? Да? Супер Г. А это гуд. Блин, так поздно. Чё, у меня осталось 10,5 часов. Блин, могу успеть 50? Ну, могу успеть реально 50, в принципе. Но слишком туманно по поводу того... я забыл, как делать. Слишком туманно по поводу того, сколько у меня финальный босс займет. Но, наверное, 5 часов, в принципе, может и хватит. Но кто знает, конечно. Ну вот восьмой сейф тут тоже непонятно. Но у меня есть чувство, что все-таки он не займет 5 часов в этот раз. Первый экран хапил, да, отлично. А мне так себе ковало, если честно. Ну как бы, не знаю, не особо фанат. Дарупи намного лучше. И по песне, и по самому боссу. Но я на скип не успею. Я же отмену не буду делать. Или атакаду. Нет, не работает. И на блю не работает скип. Тоже. А Пикачу прошел? Петри? Не знаете? Ну, вернее, второй раз он, оказывается, уже проходил. Я вообще только об этом недавно узнал. Это у него второе прохождение. Прошел. Хорош. Все-таки я не смог его обогнать.
Да, на таймере у него больше, но речь шла не о таймере, а о фактическом. Фактически, кто быстрее пройдет по календарю, так скажем. Жесть! Это попытка. Блин, мог бы дотащить уж. Это не его первое прохождение, это его второе прохождение. Но первая была типа лет 8 назад или что-то такое. Да. Я же только что об этом сказал недавно. А у него нету никаких видео. И он об этом не особо распространяется, потому что раньше была тема, что типа не верили. Ну сейчас, да, но раньше, ты же помнишь, какая была атмосфера? У нас особенно. Я даже скриншот не надо, просто написал, что... Я прошел как ты. Молодец. Молодец, Редар. Блин, вот этот цепь очень сложный, конечно. Но если бы, конечно, не было этого супер-г-прыжка, он бы в разы легче был бы, я бы прошел бы даже сегодня его. Но этот прыжок, конечно, жесть. Полная нестабильный. Не-не-не, я его проходил часа три, наверное, первый раз. Я не помню точно. А как бы сейчас особо-то ничего не изменилось, потому что Супер Г как был нестабильный, так и остался, ничего не изменилось. Так я, по-моему, бы прошел... До того, как я этот сайт проходил в первый раз. Наверное. Но я не помню. Но, скорее всего, да. Да, ему надо сказать,
если он хочет, чтобы табличка была актуальной, то он прошел тогда вот давно. Типа видео нету, но вот он уже сейчас прошел игру, значит, он доказал, что может ее пройти правильно. Кстати, возможно, он первый в русскоязычном сообществе, кто прошел. Ведь если это было 8 лет назад, это же раньше Редайра было, да? Но правда он сказал не 8 лет, а лет 8. Ну то есть, это не точно. Не, да, он даже не начинал, насколько я знаю. Он постоянно говорил, что там, ой, там, пианино сложное, не почему. Ну, ты знаешь, экстра. Отговорки нашел, короче. А то, что Пикачу второй раз прошел сейчас игру, даже спустя столько времени, за время примерно за столько, за сколько я сейчас прохожу, чуть-чуть дольше вроде, то как бы вообще не удивлен, вообще, он жестко играет. Если бы он вложился бы в фан-геймы нормально, то он бы... Ну, типа, он бы и заспидранил бы К3 без, вообще легко, я думаю. Ну, причем за маленькое время, типа, там, за 3-4 часа, я думаю, запросто. Ну, как запросто. Ну, через некоторое время, после трена, понятно. Фигню ЛДР какой-то пишешь. Когда расстраивает, когда сидишь, вкладываешься в прохождение, а в чате пишут, что ты не стараешься. У меня так было, когда я проходил Emperor босса в первый раз. Ну, в смысле, а что ты имел в виду? Перфект, что ли, для канала? Я знаю, я на автомате беру.
как бы после такого прыжка, как Супербег, хочется зафиксироваться на твердой почве, на твердом полу. Поэтому как бы прижимаешься к стенке. Ну, я побоялся еще быстрее. Ну, блин, жесть. Я бы бонкнулся. Привет, Куки. Привет, родной гость. Спасибо за рейд. Как там за два? Да бонкаться страшно, ты летишь мордой в лицо. Спасибо. А что ты там? До крыла дошел уже. Нет, не делаю этого. Хотя он не скажет, я такой оценил по достоинству Б2. Ну да, там Винков Мун. Успокаивающая музыка, но она недостаточно успокаивает, когда жопа горит от этого воина. Вернее, от этого успокаивающего начала еще больше гореть начинает. Нет, к сожалению, это очень, это ложная рекомендация. Она неправильная. Лежишь ты с какой-нибудь плохой и легкой игры. А здесь ты не будешь кринжевать, ты будешь гореть. Это совершенно другое чувство. Ну я уже устал. Надо, наверное, заканчивать.
Ну, хотелось бы хотя бы разок еще пройти кружок. Не, Брачеслав-то не будет за два играть, он уже понял, что это такое, но ведь сидят в чате, возможно, люди, которые вообще, ну, они ничего не пишут, просто слушают стримы, смотрят это, и вдруг они подумают, что за два это смешно, и пойдут скачают, а потом как бы у них испортится настроение, мягко говоря. Ну, давай ты поиграешь, но только потом мне предъявы не надо кидать, если что. Причем желательно вслепую. Для полного ощущения, как я играл в такую. Ну да, сначала мы с Тридайром не играем, потом Негативчик не играет. За два. Хорошая эпоха. Одобряю такую. А, не, Гоги. Гоги, можешь походить за два нормально. Тебе можно. Ну, потом когда-нибудь. У Гоги я бы посмотрел. Ну потому что Гоги мазохист, и как бы за два ему понравится в этом плане. Так что как бы нормально. Тем более уже два ремейка прошел даже. Будет с чем сравнить. Интересно, насколько ты отвык от реально плохого медла? Вот от реально плохого. Вот это там не пятый секрет, а три там. Не какой-то там еще, а вот от реально плохого.
Но пятый секрет, он... Да, но в другом смысле немного. Ну, теперь я поторопился. Такое чувство, будто я могу пройти этот цех. Ну так, не уверенно. Но в целом, как бы, вроде есть шансы. Я даже не дойду до для прыжка за 11 попыток. Я не знаю, уже прошло 11 попыток. Но явно уже прошло.
Что тут дурацкий прыжок? Весь сейф дурацкий на самом деле. Ну, так как, по крайней мере, вот эти два. Вот этот. И вот этот. Просто ужасно. Два фреймперфекта. Одинаково. Типа. А, пульсует, да, он там жестопрактитный был. При этом пользоваться они не запрещают уже существующим аккаунтом. Ну вообще не получается. Такое нестабильное говно. По IP-адресу. Но там вроде не нужен номер телефона для регистрации. Это можно сделать и с симкой. Я не думаю, что там сложные манипуляции для этого надо слишком делать. Блин, ну...
Как же бесит этот край. Урод просто. Блин, наверное, даже супер Г лучше. Его хотя бы уж ты бы сделал, либо нет, а вот это вот тупое говно. Жесть, просто невыносимое говно. Если бы спешки не было, то ладно. Можно было бы. Как бы, ну, более как бы, не настолько нервозно. Но, блин, спешки это делать просто, ну, это ужасно. Почему я на самом легком умираю? Почему у меня рестарт не работает? Не понял. У меня что-то все повисло. Стрим продолжается? Странно. У меня игра вырубилась. Ну, у меня что-то вообще все, у меня черный экран был, все перекосилось. Ну, короче. Значит, все. Значит, игра не хочет больше.